делаем это каждый день. Покупаем продукты, готовим, едим. Еда – это то, без чего мы не можем жить. Но можем ли мы улучшить свою жизнь при помощи еды? Токсинов в организме нет, вы веселы, бодры и счастливы. Улыбаемся и машем. Берем, к примеру, ягоды и фрукты. Какая от них польза? У нее есть какие-то определенные там ферменты, которые человека не только веселят, но и тянет к другому полу. Как отличить плохие от хороших? Замечательно, это нашинское. Другой вопрос, нужно ли это все употреблять, вот, допустим, в угоду каким-то просто своим вкусовым пристрастиям. И если есть, то какие, когда и сколько? Вот и наша мышь, которая участвовала в этом эксперименте. Посмотрим, на что она способна. Как сохранить себя в хорошей форме, прожить дольше и сделать в этой жизни больше? В чем секрет настоящего вкуса жизни? Эх, лимончики, мои лимончики, вы растете у Вики на балкончике. Для того, чтобы хорошо себя чувствовать и примерно вот так выглядеть, человеку необходимо до 10 витаминов в день. Большинство из них находится в фруктах и ягодах. Либо в таблетках. Я уже сразу подготавливаю витамин А, который содержится в абрикосах. Употреблять их желательно с большим количеством сливок для того, чтобы усваивался бета-каротин, которыми они богаты, но есть их много нельзя, потому что от этого можно покраснеть. Витамин А. Идем дальше. Витамин В1. Черная смородина или чернослив, который можно использовать для компотов, например. Ну и вообще вкусный вполне себе. Витамин В1. Сухофрукт. Или тиамин. Витамин В2. Витамин В2. Сейчас я наберу свои томаты. Вот и они. Которые, удивительно, рядом, внимание, с недавнего времени, как арбуз, считаются не овощем, а ягодой. В соответствии с директивой Совета Европы, фруктами считаются томаты, морковь, имбирь, сладкий картофель, дыньки, арбузы и тыква. И, внимание, барабанная дробь, огурцы. Может, это все-таки неплохо, что мы не входим в Евросоюз, и огурцы у нас фруктами не назначают, и тыкву можно считать тыквой, а славу – славой. А Вику – Викой. Идем дальше. Витамин В6. Витамин В6 живет в яблоках и отвечает за нашу красоту. Витамин С, главный друг иммунитета, обитает в цитрусовых. Витамином D богаты бананы. Это стальные нервы и крепкие мускулы. В сутки взрослый человек нуждается в 10 миллиграммах железа и 150 миллиграммах витамина В15. За 24 часа мы должны получить до 1,5 граммов фосфора, 5 граммов калия и так далее. Иначе организм рано или поздно устроит забастовку. Сердце очень чувствительно к снижению количества калия или магния. А наше зрение могут спасти вещества со сложным названием антоцианиды, которые содержатся в чернике. Идем дальше. Витамин ПП. Вот про это я уверена, что ты ничего не знаешь. Финики, которые очень полезны для мужчин. Это почему? Но подробнее об этом позднее. О, интрига, я люблю. Витамин H или биотин? И это виноград. Хотите такой? Ой-ой-ой. Хотите такой? Ну, я положу зелененький, потому что больше его люблю. Витамин К. Самые приятные фрукты, а точнее ягоды, любимая тобою малина. Которую ты ешь почему-то. Ну, я тебе тоже дам одну. То есть вот у тебя полное ощущение, то, что вот человек нормальный, адекватный. Сейчас я все это вот, да. Не такой, как я. Пойдет в магазин, найдет все вот эти фрукты. Я, понимаешь, не уверен, что он потратит столько времени, денег, потому что это все недешево стоит. Не легче ли просто зайти в аптеку, обаятельно улыбнуться, купить волшебный пузырек, и все проблемы решены. Мозг человека современного так устроен, что подавляющее большинство считает, что пища не обладает вот этими своими ценностными качествами, что для того, чтобы в свой организм додать какое-то количество витаминов и микроэлементов, обязательно необходимо есть их в таблетках.
Мы решили проверить, могут ли фрукты и ягоды соперничать с витаминами в таблетках в своем воздействии на организм. Знакомьтесь, это Тамара. Она заведует киноархивом. С недавнего времени у Тамары резко ухудшилось зрение. Постоянно приходится работать глазами, просматривать кассеты, с компьютером работа. И устают глаза к вечеру особенно. Жжение в глазах, слезятся иногда, краснота. Я ощущаю, что зрение ухудшается, то есть падает. Но на поход к врачу и полноценное лечение у Тамары не хватает времени. И вообще я не сторонница таблеток. Я терпеть их просто не могу. В качестве эксперимента мы предложили Тамаре ежедневно на протяжении 2 месяцев есть чернику. Повлияет ли ягода на зрение? Шаг 1. Консультация у специалиста. Эксперимент будет проходить под наблюдением офтальмолога. Давайте проверим зрение в ваших очках. Закрывайте левый глаз. Какую строчку вы здесь читаете? Буквы английские. 2 сверху. Тамара получает добро на эксперимент. Ягоды вместо таблеток. Через месяц промежуточное обследование. Суточная норма 150 граммов черники. И непременное условие. Есть ее нужно до обеда. Все дело в том, что ягоды и фрукты богаты углеводами. А углеводы – это источник энергии. И утром энергия нам нужнее, чем вечером. Безусловно, фрукты и ягоды – это еда первой половины дня. И, собственно говоря, съедая определенное количество фруктов и ягод, мы заряжаем себя энергией на целый день. Проведем эксперимент, назовем его «Апельсиновая батарейка». Ты бы могла тоже так называться. Для этого нам понадобится Виктория, апельсин и вольтметр. Но не только. Еще и электроды. Один железный. А другой? А другой медный. Включаем вольтметр. Бери красный провод. И что мы видим? Проверяем. Говорят, что один апельсин дает ток, как одна пальчиковая батарейка. Посмотрим, так ли это. Соединяем. О, скачет. То, что цифры прыгают, это значит, что действительно энергия? Это значит, что мы с тобой можем накупить 10 килограмм апельсинов и за свет вообще не платить. Я уже готова. Так, свет не платить. Режь апельсины. Зачем? Сейчас расскажу. Мы сделали цепь апельсинов, соединили их между собой электродами, и сейчас мы проверим, сможет ли наше изобретение давать ток. Слушай, я не ожидала. Она горит. Привет, Мосэнерго! Чего таблетки нам точно не дадут, так это эстетического наслаждения. Неповторимый вкус и особый запах – уникальные свойства ягод и фруктов. И поэтому вот представьте, вот, наверное, сейчас вам всем навеет такое приятное ощущение. Вспомните Новый год и мандарины. Уже на душе как-то приятно, что вы почувствовали запах мандарин. Оказывается, мандарины, апельсины и грейпфруты, помимо углеводов и витамина С, содержат комплекс удивительных веществ – фитонцидов, которые очищают воздух от болезнетворных микробов, повышают настроение и снимают стресс. Все цитрусы являются природными антидепрессантами. Любые цитрусы. А грейпфруты используются парфюмерами, чтобы вводить в заблуждение мужчин. По мнению парфюмеров, запах этого плода делает женщину в глазах любого мужчины моложе на 5 лет и, что важно, стройнее. Запах грейпфрута обманывает, но его сочная мякоть на самом деле является мощнейшим сжигателем жира. Поэтому, если хотите быть красивыми, стройными и веселыми, ешьте цитрусовые. Здесь важно не заиграться, потому что если мы будем злоупотреблять в большом количестве продуктами, которые содержат витамин С, может, у нас и будет красивая кожа и волосы, но у нас еще может возникнуть гастрит и язвенная болезнь. На самом деле в вопросе похудения на фруктах и ягодах очень много лукавства. Бывает, что человек вроде бы не потребляет ничего, сидит там, допустим, на фруктах, на овощах, а вес у него не снижается, да может даже жирок еще откладывается. Поэтому важно помнить, что помимо витаминов во фруктах и ягодах содержится сахар. В одних меньше, в других
больше. Для людей, которые задумали снижать свой вес, стоит избегать таких фруктов, как хурма. Более того, не стоит злоупотреблять такими мясистыми фруктами, как персики, абрикосы. Их нужно употреблять дозированно, не более 1-2 плодов в день. Диетологи советуют также не злоупотреблять ананасом. 3-4 ломтика в день больше не надо. Вопреки бытующему мнению, ананас не самый лучший друг стройной фигуры. И вот пресловутый фермент, который якобы способствует снижению веса, на самом деле, в общем-то, не обладает такими уж ярко выраженными свойствами. Это фермент бромелайн. Кстати, если очень нужно убрать с живота и бедер неприятный эффект апельсиновой корки, ешьте больше зеленых ягод и фруктов. Например, 250 граммов в сутки зеленого винограда. Цвет надежды, он традиционно известный зеленый. То есть здесь что можно употреблять? Можно употреблять киви, можно употреблять зеленые яблоки, можно такой наш прям российский продукт, как крыжовник. Скажи мне, пожалуйста, мой бесстрашный метатель кухонных ножей, каким образом яблоки, которые везутся к нам из дальних стран, так хорошо выглядят? Есть здесь в этом какой-то подвох, понимаешь? Мне кажется, все-таки вот как-то не верится мне, что они такие хорошие и полны витаминов. Расскажи. Яблоки должны быть полны железа. И сегодня я предлагаю нам это и проверить. Возьми тоже яблочки, давай нарежем их, положим на тарелку. И яблоко со временем должно потемнеть, это покажет нам то, что оно богато железом. Вот мы через некоторое время к ним и вернемся, посмотрим, как они поведут себя. Нарядный вид у заморских плодов может быть по двум причинам. Либо они очень свежие, что маловероятно, либо накачаны разными консервантами, чтобы жили дольше. По этой же причине яблоки часто заливают парафином. И они буквально светятся изнутри, блестят. Но точно так же выглядят сорта, выделяющие натуральный воск, который не только не вреден, но и полезен. С виду они абсолютно одинаковые. Но отличить плохие от хороших все же можно. Семеренко краснодарская. Самая настоящая. Как отличить? С помощью обоняния. Яблоко, которое благоухает, настоящее, а не пахнет искусственное. Или, как англичане говорят, кетвалк. Кетвалк – это яблоко, которое очень хорошо смотрится, но не пахнет и не имеет никакого вкуса. Например, зеленые яблоки, да, которые мы тоже получаем из-за рубежа, вот так и огромные зеленые красивые яблоки, но которые дети дают реакцию. Не потому, что они зеленые, а потому, что именно используются те вещества, которые сохраняют их долго. Считается, если вот где-то червоточина бывает, вот червячок, да, это экологически чистый продукт. То есть в наших яблоках это есть, бывает. Умеют вырастить, не умеют сохранить. Поэтому вот импортное все хранится долго, наше... Контролируйте то, что вы едите. К сожалению, не все, что так красиво выглядит, несет реальную пользу. У свежих качественных плодов аромат ярко выраженный. То есть гранат умопомрачительно пахнет гранатом, а клубника – клубникой. Вкус сочный, не водянистый. Внешний плод не должен походить на бледную восковую фигуру. Возьмите яблоко или грушу, слегка сдавите с бочков. Кожица должна быть мягкой, а плоть – упругой. Принципиально, скорее, надо говорить о том, что в каждом районе географическом есть свои фрукты. И рекомендуется врачами всегда есть именно в географическом районе, какие фрукты испокон веку едят люди, те лучше употреблять в пищу. Почему? Потому что по энергетическим законам, там, где человек вырос, в регионе, да, те продукты из произрастания являются самыми оптимальными для данного человека. Вы можете родиться в этой стране, уехать в другую страну, кушать там замечательные продукты. Там всегда захочется покушать нашего яблока. Вкусного такого наливного. Его будет просто не доставать. А знаешь ли ты, что раньше в нашей стране никаких плодовых культур практически не было? Во времена Юрия Долгорукова росла только вишня. И вот, например, апельсины к нам привезли из Индии, виноград и лимон из Греции, а яблони к нам привезли аж из Китая. Вон они, почернели твои яблочки. Что это нам дает? Ничего не почернели. Но если они почернеют, мы знаем, что они богаты железом. А железо необходимо нашему организму. Почему?
Во-первых, оно помогает кислород из легких доставлять ко всем остальным органам. Во-вторых, именно атомы железа помогают углекислому газу выходить из нашего организма. Вот так они это и делают. Вау! Дальше. Больше того, если в организме не хватает железа, то человек может заболеть анемией и другими разными болезнями. Знаешь, есть люди, которым нравится очень запах бензина, выхлопных газов. Я такой человек. Мне очень нравится, ну не выхлопных газов, конечно, запах, но бензина запах мне нравится. Это очень плохо, это значит, у тебя в организме не хватает железа. Тебе обязательно просто необходимо есть яблоки. Накорми меня яблоком. Напои водой ключевой. Царь Соломон говорил своим наложницам и многочисленным женам. Ну, кстати, он яблоки не любил, а предпочитал финики. И это правильно, потому что есть такие фрукты и ягоды, которые больше полезны для женщин, а есть такие фрукты и ягоды, которые гораздо полезнее мужчинам. Если вы женщина и хотите быть здоровой, красивой и счастливой, то запишите или запомните. Вам нужны смородина, ананас, банан, арбуз и яблоко. В них содержится уникальное вещество – пектин. Его еще называют природным санитаром за способность чистить организм от пестицидов и радиоактивных веществ. Пектин еще улучшает тургор – наполнение кожи, способствует росту ногтей и волос. А персики способствуют выработке эстрогена – гормона, отвечающего за женственность. Во всех практически мифах, связанных с плодами, обязательно проводится параллель с сексуальностью, женским телом, там, с его устройством и так далее. Если вы мужчина и хотите быть умным и выносливым, ешьте финики и яблоки. Мужской организм чаще, чем женский, подвержен стрессу. Сильный пол тяжелее переносит усталость и перенапряжение. Сказывается и экологическая обстановка. Чтобы быстрее восстановиться, не забывайте также про цитрусовые. Все эти фрукты могут быть употребляться и мужчинами, и женщинами. Они всем полезны. Но есть некоторые вещества, которые более активно усиливают, например, клеточный метаболизм и влияют, если определенным образом хорошо работает печень, на выброс тестостерона. Или использование лимонного сока в сочетании с оливковым маслом. Лимонный сок натощак, растворенный водой, конечно же, очень хороший эффект, вызывающий повышенное либидо. Через 3 недели после этого мужчина, любой, даже с не очень хорошим гомеостазом, ощущает усиление своего либидо. А вот манго – это более женский фрукт. Персик – это более женский фрукт. Дыня – более мужской. Представляете, у меня шок или какая-то меланхолия или прочее. Я покупаю дыню, восточную, узбекскую, торпеду и ем ее в сладость. Вся депрессия на ноль переходит. Ребят, посмотрите. Многие выкидывают этого мусор. На самом деле, что находится в этих семенах? Находится очень много элементов цинка, которые необходимы мужчинам. Если мужчина хочет быть мужчиной, удивлять женщин каждый день, ради бога, высушите эти семена и ешьте, и вы будете супер. Более мужскими фруктами также считаются банан и хурма. Это известные афродизиаки, и все благодаря тому же цинку. То есть здесь можно сказать достаточно емко, что все фрукты, ягоды такого насыщенного красного или оранжевого цвета, они в той или иной степени содержат цинк. И цинк действительно влияет на мужскую потенцию. Кстати, земляника, говорят, это ягода любви. Земляника, шампанское, любовь. Кстати, у влюбленных в большом количестве вырабатывается такой гормон, как окситоцин. Он вызывает чувство спокойствия и защищенности. Вот он какой, окситоцин. Чем-то похож на кенгуру, убегающего от страуса. На самом деле, это гениальный гормон, который отвечает за чувство привязанности и доверия. Особенно хорошо он действует на мужчин. Они становятся более добрыми и милыми. Это как? Сейчас мы посмотрим. Слав, может, в оперу сходим? Пожалуйста. Петя и Волк? Нет, не пойду. А давай попробуем Феникс есть.
ел. Так сейчас подействует. Может, все-таки в оперу? Да. Да, пожалуй, давай сходим в оперу. Дорогие дамы, посмотрите, как безотказно финики действуют на мужчин. Берем финики, кладем в сумочку на всякий случай. Вдруг ему кажется, что футбол гораздо интереснее, чем ваш любимый фильм. Или вдруг ему не хочется шубу вам покупать, потому что она слишком дорогая. Да, Слава? Да, Вика. А теперь попробуем наоборот. Открой рот и пойдем с тобой на футбол. На женщин это не действует. Прошел ровно месяц, как наша испытуемая Тамара в надежде исправить свое зрение ест чернику. Держите. Выбирайте любую букву, чтобы она была видна в дырочку. Считается, что эта ягода благоприятно влияет и на мужчин, и на женщин. Посмотрим, что покажут приборы. Приборы не показывают каких-то изменений, потому что достаточно незначительный период. Что вы вот ощущаете? Каковы ваши изменения? Стало легче, я чувствую улучшение. У Тамары стали меньше слезиться глаза, и к концу рабочего дня они не так устают. Но это только ее личное ощущение. Подождем еще месяц и послушаем, что скажет офтальмолог. А пока что Тамара ежедневно съедает по 150 граммов черники. Это моя дневная норма. Я это разделю на три части, и в течение сегодняшнего дня должна это все съесть. Сейчас не сезон. Свежей черники не найти. Поэтому Тамара использует сушеную и мороженую. Из сушеной дома готовит суп. Мороженую заливает кипятком. Если ягоду сушили, морозили и хранили по правилам, то большая часть витаминов в ней сохраняется. Специалисты утверждают, что самая правильная заморозка – быстрая. По-другому ее еще называют шоковой. Это когда свежую ягоду, только-только с куста, помещают в специальную камеру с температурным режимом минус 40 градусов и ниже. Ягода замерзает почти моментально, и ее структура не разрушается. И мы можем разложить все в лабораторных условиях и увидеть, что быстро замороженный продукт практически полностью соответствует свежему. И еще один важный момент. Размораживать ягоды можно всего один раз. Рекомендуется сразу после оттаивания употребить их в пищу. Повторная заморозка приведет к потере ценных качеств. Вот так должна выглядеть замороженная черника. Ягодка к ягодке. Когда вы берете в руки пакет якобы там, не знаю, с черникой, голубикой, ежевикой, и понимаете, что в руках у вас просто огромный кусок льда, вот от такого продукта лучше отказаться, потому что, конечно, он многократно подвергался процессу размораживания, повторного замораживания, и, в общем-то, в нем уже не осталось никакой пользы. А самой безвредной, щадящей сушкой ягод считается сублимационная. Это уникальная технология, потому что ягоды сушат не при высоких, а при низких температурах. Минус 40, разреженный воздух, вакуум. И при этих условиях происходит нагрев. То есть нагрев происходит от более низкой температуры. Процесс происходит медленно, и влага из продукта выходит кристалликами льда, минуя жидкую фазу. А вот жизненные соки при этом в ягоде остаются, и полезные качества не теряются. Жизнь подчас выжимает из нас последние соки. И чтобы не потерять себя, нужно вливать их обратно. Главное, не все подряд. Я лично буду готовить фреш из грейпфрута. Мало того, что это полезно, это вкусно, ну и вообще у меня это лично уже как привычка, понимаете, потому что ну, я без этого уже не могу. Утреннее кофе, свежевыжатый сок, булочка. А мне гораздо больше нравится новомодный напиток под названием смузи, но не потому, что он модный, хотя действительно он очень популярен, и сейчас везде его можно встретить. Смузи? Смузи. Что за дикое название? Смотри, бананы. И ты, кстати. Апельсины. Очень плохо почистила апельсины, оставила вот эту белую вот эту вот кожуру всю. Знаешь ли ты, что эти белые волокна – это самое полезное, что есть во фрукте? Это почему? Потому что они влияют на сосуды, на наши, исключительно с положительной точки зрения. Особенно полезно это пожилым людям. Они увеличивают эластичность сосудов и предотвращают возникновение, возможность возникновения склероза. Особенно это важно для пожилых людей. Прошу обратить твое внимание, Вячеслав. И...
Больше того, когда ты делаешь сок, видишь, что все вот это самое полезное, клетчатка, которая очень нужна нашему организму, так, остается у тебя здесь, а в соке этого ничего нет. А у меня все внутри. Все внутри у тебя? Действительно, у нее все внутри. Хорошо, я же тебе расскажу. Думаешь, умнее меня? Рассказываю. Сок кокоса во времена Второй мировой войны, я когда это узнал, чуть не обалдел, использовали в экстренных ситуациях как физраствор и вкалывали его внутривенно людям, которые болели. Сок кокоса, понимаешь, панацея. Сейчас делает вид, что неинтересно, и пьет свою тетю Мусю. Ну что, вкусно? Вкусно безумно, попробуй. Чувствую себя собакой Павлова в этот момент. Ну как? Кстати, вкусно. А главное, что еще и очень полезно. Так пить или не пить свежевыжатые соки? Вредны они или полезны? Понимаете, сколько вы получаете калорий? И тем более вы лишаете себя очень полезных веществ в виде пищевых волокон. Лишаясь пищевых волокон, сок становится поставщиком быстрых углеводов. Выпил стаканчик, и резко повысился уровень глюкозы в крови. Если не к диабету, то, по крайней мере, повышенное содержание глюкозы в крови приведет к отложению жира, это точно. Свежевыжатый сок лучше использовать как быструю терапию. Например, спортсменам во время тренировок выпить стакан фреша даже полезно. При стрессе или сильном чувстве голода фруктовый напиток просто необходим. Я не могу сказать, что это категорически плохой продукт. У них есть своя польза, но, опять же, соки – это высококонцентрированный продукт, который содержит большую концентрацию минералов, витаминов и фруктовых кислот, и пьют их полстакана максимум, вот разовая доза. Поэтому никогда не пейте свежевыжатые соки на голодный желудок. Лучше это сделать как минимум через час после еды. 150 граммов сока в день, не больше. При этом выбирать менее сладкие напитки, например, яблочный или киви, и быть осторожнее с соками из ананаса, лимона и апельсина. Они агрессивны. Любой свежевыжатый сок также рекомендуется хоть немного, но разбавлять водой. Если свежевыжатый сок оказался не таким уж полезным, то будем готовить любимое лакомство, любимый десерт, любимый напиток моего детства. Он был и дома у бабушки, и дома у мамы, и у соседки тети Глаши, и он был всегда разный, приготовленный собственными руками – компот. Часто он был приготовлен из сухофруктов, правильно? Ну, бывали и такие варианты. Но гораздо полезнее компот, приготовленный из свежих фруктов, и его мы сегодня и сделаем. Для чего возьмем, предлагаю, яблоки. Так. И груши. Принимается. Благодаря ну, давай еще ним... и сливы. Хорошо. Но благодаря яблокам и грушам наш компот будет богат группой витаминов В, антиоксидантами и пектином. Что касается слив, то с ними нужно быть очень аккуратными, как, впрочем, и с абрикосами, если вы решите их положить. Обязательно удалите из них косточку, потому что в косточке содержится вещество под названием амигдалин, которое вырабатывает синильную кислоту. Но, несмотря на это, если все-таки вам лень вытаскивать из этих слив косточки, то вы можете просто компот чуть-чуть подольше варить, и тем самым исчезнет эти вредные токсины из нашего компота. Но, правда, к сожалению, с этими вредными токсинами исчезнут и полезные. Поэтому не ленитесь и вытаскивайте косточки. Но исчезнет еще и аскорбиновая кислота, если варить долго компот. Поэтому... Но как мы справимся с этим? А-а-а. Ваше предложение? Новые сережки для тебя, Виктория. Такое предложение. Мы добавим красную смородину. Правда, к этому нужно еще добавить сахар, потому что тогда это будет чуть-чуть кисловато. Сахар предлагаю не добавлять, потому что сахар, все мы знаем, белый яд. Вредно, лучше добавить жидкий мед. Ой, я так и знал. Немножко. Естественную и полезную сладость компоту могут также придать малина или земляника. Причем... Есть такое поверье, что лесная земляника более полезна. Ученые доказали, что по химическому составу и та, и другая одинаковая, но вот, как это, культурная земляника, то есть садовая, селекционеры могут в нее вложить определенные качества. То есть больше сахара, например, иногда, а иногда просто больше каротина или железа. Считается, что регулярное употребление земляники способно продлить человеку жизнь.
Знаете, мне трудно сказать, я таких анализов не проводил, но я думаю, что люди, которые любят землянику, они более добрые, чем те, которые не любят ее. Еще одно уникальное свойство земляники. Она устойчива к различным ядохимикатам. Ой, какая красота и радость. Это культура, которая не накапливает в себе вот отрицательных вот этих вещей, ни нитратов, ни нитритов, а просто у нее другая система. Поэтому, когда вы возьмете ягоду на анализ, значит, у нее вот внутри ничего не будет. Я вообще на самом деле вырос на компотах земляничных. Понимаете, и вот такой компот из земляники, особенно когда зимой, когда ты открываешь эту банку, которую сам закатал летом, и такой запах земляники и вкус, и вспоминаешь лето. Лето — это маленькая жизнь. Рецептов, истории этого компота миллион. В каждой семье, в каждом доме хозяйка добавляет что-то свое, что-то фирменное, свою изюминку. Моя мама добавляла чуть-чуть изюм, бабушка чуть-чуть кориандра кидала. Поэтому не стесняйтесь, импровизируйте, и поверьте, ваш компот будет не только вкусный и полезный, но и авторский. Диетологи рекомендуют нам использовать для компота исключительно цельные фрукты и ягоды, свеженькие, без плесени или каких-либо ушибов, назовем их так. Я же, наоборот, дома, конечно, использую яблоки, например, которые упали с дерева, у которых есть такой вот коричневый бачок. Выходит который... Виктория обычно в центре Москвы и собирает яблоки. Очень богат пектином. Такие, наоборот, я использовать люблю. Что касается других фруктов, если мы используем клубнику, обязательно отрезаем у нее хвостик. То же самое делаем с крыжовником и... с красной смородиной. Я люблю добавлять в компот большие кусочки фруктов. Это всегда вкусно, когда помимо жидкости тебе в качестве десерта дополнения к компоту попадает такой кусочек, ты его и запиваешь роскошно. Но большое количество витаминов — это тоже проблема. Родители, которые вот так вот бегают над своими детьми и стараются их пичкать фруктами, ягодами. Съешь, моя деточка, съешь. С утра до ночи, на самом деле, не совсем правы, потому что в итоге у детей аллергия. Да, это правда. С фруктами надо быть очень аккуратными, потому что такие ягоды, как клубника, такие фрукты, как сливы, абрикосы и особенно цитрусовые, их нельзя переедать. Можно съедать где-то не больше 350 граммов а на ночь? В день. На ночь можно? На ночь есть нельзя их ни в коем случае. Я люблю на ночь, так, перед сном яблочко, мандаринчик, нельзя? В фруктах очень много сахара содержится, поэтому, когда сахар попадает в организм, он заставляет работать поджелудочную железу, вырабатывается инсулин, и организм получает сигнал к тому, чтобы толстеть, поэтому на ночь это прямо вред, вред, вред. Многие фрукты еще и не сочетаются друг с другом, тоже надо быть очень аккуратными. Например, киви с арбузом или крыжовник с апельсином ни в коем случае есть нельзя. Подожди, а как же... вот эти блюда, которые стали уже просто классикой кулинарной. Например, телятина с черносливом. Утка с яблоком. То, что я обычно готовлю. Рыба с лимоном. Как объяснишь ты мне это? Хороший вопрос. Сочетаются они или нет? Фрукты для рыбы, что бриллианты. Они настолько украшают ее вкус, что сама рыба становится уже не самой главной. Хочу представить вам клубника, яблоко, ананас, личи, кедровые орешки и кинза. Рыба в этом искусном рецепте может быть любой, а вкус блюду будет придавать именно кисло-сладкий соус из фруктов. Свежий апельсиновый сок. 4 столовые ложки. 1 столовую ложку сливового соуса. И 1,5 ложки томатного. 7 столовых ложек воды. 3, 4, 5, 6, 7. Исходя из того, что соус называется кисло-сладким, если мы даже не имеем сливового соуса, то можно заменить его на любой. Какой нравится, более кислый или более сладкий соус. То есть можно заменить сливовый соус на клубничное варенье или варенье из крыжовника. Яблоки и ананас нарезаются кубиками, имбирь – тонкой соломкой. Личи. Кладем уже обжаренную рыбу и включаем сильный огонь. То есть все, что было в ягодах, осталось в соусе. Опять же, термообработка была настолько быстрой, что они, в принципе, не могли потерять всех своих полезных качеств.
Фрукты выкладываются в самом конце. Кедровые орехи. То есть то количество фруктов, которое мы используем, придает рыбе неописуемый вкус. Пикантную кислинку этому блюду дарит ананас. Bon appétit. Ананас также хорош в сочетании с мясом. Для усвоения белковой пищи цитрусовая нотка, да, какая-то легкая кислинка, там, взятая из тех же самых там, фруктов или ягод, она только способствует тому, что пищеварение пойдет более правильно, более легко этот продукт будет усваиваться. Но действительно существуют некоторые каноны, которые, допустим, вот, вызывают у организма активный протест, несмотря на то, что, в общем-то, нам это нравится. Я всегда знал, что Владимир Маяковский опередил свое время. Теперь я убедился в этом окончательно. Ты о чем? Ешь ананасы, рябчиков жуй. День твой последний приходит, буржуй. Слушай, а действительно, так предвидеть развитие современной диетологии? Вообще, Владимир Владимирович был очень одиноким человеком, несмотря на любовь друзей. Как дыня. Почему как дыня? Почему, почему? Потому что дыня ни с чем не сочетается. Дыня богата пищевыми волокнами, которые расщепляются в нашем организме довольно медленно. Соседи в виде других фруктов или мяса дыне будут просто мешать. Полезная клетчатка не усвоится и вызовет только тяжесть в желудке. Хотя есть такой растиражированный, допустим, рецепт, во многих он, так сказать, кухнях описывается, в немецкой, французской, как дыня с пармской ветчиной. Пожалуйста, пармская ветчина с дыней. Приятного Спасибо. Аппетита! Ну, в общем-то, хочется снять шляпу перед французами и немцами, если они в состоянии чувствовать себя хорошо после этого, не знаю, как его назвать, десерта. Когда мы едим дыню, мы должны это сделать абсолютно таким обособленным десертом, то есть дать этим пищевым волокнам достигнуть своей цели. И вот тогда дыня действительно будет работать как уникальный, очистительный, вкусный препарат. А вот любая другая ягода более дружелюбна. Северные народы готовят оленину, мороженую строганину и рыбу, добавляя в них голубику или шикшу, по-другому – воронику. Он вышел во двор, собрал шикши, с рыбой смешал, все, завтрак вам. Это на любителя. А ты что не бритый? Зачем брить? Ножом. Край суровый. Съешь пару ложек такого блюда, и уже никакая хворь не возьмет. Здесь вообще редко болеют. Говорят, ягода помогает. Ученые недавно доказали, что если мышь посадить на двухмесячную диету из ягод, она становится умнее и веселее. Вот две фотографии. На одной из них мышь до диеты, на второй после. Ну, здесь видно немного глуповатое выражение лица этой мыши. Здесь, кажется, уже даже интеллект прослеживается в ее глазах. А вот и наша мышь, которая участвовала в этом эксперименте. Посмотрим, на что она способна. Смотрим. Пускаем ее в лабиринт. Ой, можно я, пожалуй, лучше подальше отойду? Капризные звезды. Итак, открываем лабиринт. Здесь пункт А. Нужно прийти сюда, в пункт Б, где ягоды и фрукты. Открываем. Вот. Она свист. Отзовется, нет? На свист только я могу отозваться. Вот. Сюда. Слушай, гениально. Друзья! Я теперь забираю, только оттуда сам. Тихо. Все, Марусенька, приятного аппетита. О! Пришла к цели за ягодкой. Но ягоды полезны не только для мышей, но и для людей. Британские ученые установили, что ягоды оранжевого, красного и голубого цветов не только поднимают, но и восстанавливают интеллект. Дело в том, что в них содержатся полифенолы. Это соединения, которые следят за функционированием нормальным головного мозга. А также благотворно влияют на состояние клеток нашей нервной системы, защищают клетки головного мозга от инфекций и повреждений. А самое главное, не дают нам потерять с возрастом память. Я ничего не понял, поэтому
Наверное, мне нужно поесть ягод. Спасибо. Пожалуйста. Как думаешь, Маруська ела свежие ягоды или все-таки замороженные? Я не знаю, какие ягоды ела наша мышь, но свежие или замороженные нет никакой разницы. Все они одинаково полезны. И вкусные. 2 месяца Тамара ела сушеные мороженые ягоды, чтобы выяснить, могут ли они соперничать с витаминами в таблетках. Незадолго до этого у Тамары резко стало ухудшаться зрение. Но она была против медикаментозного лечения. Справилась ли черника с Тамариной проблемой? Давайте проверим зрение вдаль. Какую строчку вы сейчас видите? Третью снизу. Ну, несколько лучше. До приема черники вы читали только среднюю строчку. Закрывайте правый глаз. А здесь циферки на какой строчке видны? Ну, пожалуй, тоже третью снизу. Угу. Примерно, да, по одной строчке прибавили каждым глазом. Когда я приходила с работы, раньше я никаких дел не могла делать, что связано со зрением, то есть читать или заниматься каким-то там рукоделием. Теперь я могу это делать. Ну, это уже эффект положительный, то есть у нее улучшилась именно острота зрения. Однако при более серьезных заболеваниях, помимо черники, врачи рекомендуют комплексное лечение и специальную гимнастику для глаз. Тамара будет делать такую гимнастику каждые 40-45 минут после зрительной нагрузки. В паре с черникой эта нехитрая процедура поможет ей закрепить результат. Любая таблетка, она на самом деле вот подразумевает уже лечение какое-то. А вообще мечта каждого врача не лечить своего пациента, а заниматься профилактикой. Мы на сегодняшний день еще с большей уверенностью, убежденностью можем говорить, да, черника во всех видах, сушеная, пареная, консервированная, сырая, должна употребляться всеми людьми вообще для профилактики глазных заболеваний. И при школьной близорукости, и при зрительном утомлении, связанном с работой, скажем, на компьютере длительной. То есть черника действительно полезна. Вообще ягоды способны творить чудеса. Вот черноплодная рябина выводит радиацию из тела человека. Черноплодка отлично нормализует артериальное давление. Сейчас мы приготовим зимнюю заготовку. Берем черноплодную рябину. Моем ее. Засыпаем сахаром. И перетираем. Вот такими вот движениями. Все, достаточно сахара. После чего все это в баночку. Баночку в холодильник. И каждый день 1 чайную ложку разводим в стакане с водой. Пьем. И давление в норме. Морожка, клюква, голубика, черника. Россия всегда славилась своими северными ягодами. Кстати, целебные свойства нашей черники оценили даже японские ученые. По их мнению, стоит употреблять чернику, ту, которая растет вблизи полярного круга. Ну, скажем, 200-300 километров, но не далее. Первое, конечно, никакой радиации. Никаких загрязнений в этих районах, на этих территориях просто нет. А второе, в этих суровых условиях черника растет достаточно такой, ну, можно сказать, сильной, что ли. И в ней содержится наибольшее количество вот этих антоцианидов, которые и важны для зрения. В одной плетеной корзине целая природная кладовая витаминов. В бруснике самое высокое содержание каротина и витамина В2. Она помогает при малокровии и усталости, лечит отеки. Осторожнее, это сильная мочегонная. Об этом даже Пушкин предупреждал в «Евгении Онегине». Боюсь, брусничная вода мне не наделала бы вреда. Так что же все-таки выбрать? Ягоды с фруктами или витамины в таблетках? Пришло время проверить наши яблочки. Ну, результат налицо. Что и следовало доказать? В них содержится железо при соприкосновении с кислородом. Оно окислилось и получился коричневый цвет. Так что никакие поливитамины в баночках или таблетки с антиоксидантами нам не нужны. Лучше 1, 2, 3 яблочка в день, особенно если они такого размера и
здоров, бодр и весел. Права, Виктория, как всегда. Причем не только в свежем виде яблоки полезны, но и в сушеном они не теряют своих полезных качеств. Давай засушим, товарищ, по одному. Давай засушим, товарищ мой. Специальная ниточка. Нарезаем яблочки потоньше, такими, конечно, огромными брусочками их сушить нельзя. А, Вики, все равно. Давай. Давай. Я помню, что в детстве бабушка и дедушка сушили на чердаке огромными связками вот так вот яблоки. Я до сих пор помню запах этого чердака. Александр Македонский, кстати, приказывал своим солдатам сушить инжир и брать его в походы. Солдату достаточно было съесть несколько фруктов сушеных, запить родниковой водой, и силы к нему возвращались. Смельчаки, совершающие экспедиции на Северный полюс, знают, продуктовый запас, который они берут с собой, должен обеспечивать их силы, необходимые для преодоления любых испытаний. Когда ты отправляешься в путешествие, то для тебя, с одной стороны, важен каждый грамм веса, а с другой стороны, важна каждая килокалория. Продуктовый набор одного путешественника не должен весить более 1,5 килограммов, а пищевая ценность должна быть не меньше 5,5 тысяч килокалорий. И поэтому большая часть в рационе – это сухофрукты – изюм, чернослив, курага. Для тех экспедиций, которые мы организуем, проводим, это связано с Арктикой, с севером, с холодом, там хочется что-то такое, что вот обладает кислинкой. Существует, видимо, какая-то, не знаю, там, программа на уровне подсознания, то, что вот по каким-то причинам изюм, грецкий орех, курага, они не надоедают в течение 80 дней. Сухофрукты в несколько раз легче всего остального, но нисколько не хуже. Медленные углеводы насыщают надолго. Например, вот изюм мелкий и изюм крупный, золотистый. То есть вот такой изюм крупный, его фасовать гораздо проще. Или там, банально и фанатично выглядит, но тем не менее приходится считать прям по счету. Высшие сорта изюма бывают только с хвостиками. Такой изюм не проходит механической обработки, ягоды не мнутся и сохраняет полезные свойства. Кстати, самая легкая курага – самая лучшая, и она не должна быть слишком яркой. Плоды чернослива должны быть ровного черного цвета с незначительным блеском, мясистыми и упругими. А из таких полезных для людей, тоже вещей, которых мало кто знает, чернослив – замечательное средство против кариеса. Для того, чтобы в свой организм додать какое-то количество витаминов и микроэлементов, обязательно необходимо есть их в таблетках. Вот это, конечно, глубочайшая ошибка. Пища и есть тот основной источник, который привносит в наш организм все, что нужно. Для того, чтобы сохранить паритет между вкусом, здоровьем и красотой, достаточно есть в день где-то порядка 400-450 граммов фруктов и ягод. О-о-о, ролевые игры у нас на кухне. Практически. Хочу завязать тебе глаза. Виктория, боже мой, как неожиданно. А про афродизиаки мы уже нашим телезрителям рассказали. Вы хотите продемонстрировать это теперь? Я хочу провести симпатичный очень эксперимент. Уши открыть, я вас плохо слышу. Так. Ну, слушать меня не надо, это может и неплохо. Ничто не помешает вам ощутить. В чем эксперимент? Вкус. Откроем рот. Пробуем и как следует серьезно к этому относимся, чтобы потом сообщить мне, что ты чувствуешь. Ничего, просто таблетка. А теперь открываем рот. Вкусно. Чувствую вкус, запах, сочность. Приятнее же, чем таблетка. Ну, апельсин, конечно, приятнее. Ты знаешь, что ты чувствуешь вкусы не только языком? Чем, Виктория, скажите? У нас на языке есть огромное количество микроскопических рецепторов, и когда мы что-то пробуем при взаимодействии с нейронами, они подают сигнал в кору головного мозга, и мы чувствуем, что нам вкусно. Именно этот сигнал мозг воспринимает как вкус. Но когда нам очень-очень и очень вкусно, то наш организм вырабатывает еще и целую гамму различных гормонов. Например, серотонин, гормон счастья. Гормон радости, допамин.
Гормон удовольствия эндорфины, наш любимый гормон нежности, окситоцин. Ты радость, ты чувствуешь? Ну а что, по мне не видно? Конечно, чувствую. Можно пойти в аптеку купить витамины в таблетках, но того удовольствия хотя бы от того, что мы смотрим на эти фрукты и ягоды, мы испытаем вряд ли. Эх, что там смотрим, а когда мы их пробуем, когда мы их едим, мы чувствуем вкус жизни.